Рассказывай. Нужно делать шоу. Могли быть последствия до летального исхода. Тебе хана при встрече. Нужно будет ударю. Один из нас пострадает. Было видео, массовая драка. За вас сейчас, чеченцами качал, а ты опять там раскачут. Я сказал то, что когда вышел с ринга, мне по на всех чеченцев. Но это надо быть вообще совершенно конкретным отморозком. Челюсть, ну, вообще там у него вылетела она. У нас будет дежурить Росгвардии. Ни зубов, ни челюсти, ничего нет. Грань самого события до летального исхода очень тонкая. Пока вставлю временные зубы. Лучше мне не выходить на бой. В этот момент меня бьет. 3 удара. Когда уже драка неизбежна, то, конечно, я буду пить первым. Апелляция Ахмеда Крика. Да. В какой она сейчас стадии? Реально обидно просто, что победу немножко украли. Раздели решение, значит, апелляция возможна. Парни хотят захайпиться в черном списке моего промоушена. В клетке друг друга убьем. Мы Веном. Всем привет, дорогие друзья! Вы на телеканале Святослав Коваленко. Это проект Pop MMA 2. Построй и разбей друг другу лицо. Рубрика «По горячим следам». Как вы любите? Кипиши, драки, разбор всех ситуаций. И самое главное, если я делаю разбор, я делаю ее с двух сторон. Я думаю, вы все знаете Фарида, пара, которую навел немало шороха. Знаете, я думаю, уже многие Зайнала. Ну, я думаю, вы всех знаете, потому что вы следите за этой движухой. А в этой движухе моя цель – разобраться, показать вам, кто и что, хотел сказать, стоит на самом деле. Сегодняшняя цель – поговорить с Фарой, поговорить с Зайналом, поговорить с другом Фары, которому выбили 3 зуба. Смотрите, поддерживайте лайком, потому что я для вас стараюсь, пока на меня никто не напал. Я, знаете, как хожу этот, все дерутся, кипишут, а я так аккуратненько. Подошел, поговорил, пообщался. Задал вопросы, а вопросы я задаю всегда самые актуальные. И никогда не боюсь задавать те вопросы, которые будут неудобны моему гостю. Поэтому в этом вы можете быть уверены, что я буду очень справедлив и объективен. Ну, от вас попрошу поставить лайк, поддержите видос. Напишите комментарий свое мнение, за кого вы, кстати. Вот здесь мне будет реально интересно читать ваши комментарии, потому что здесь даже не 2 лагеря аудитории, а их 10. Одни поддерживают другого, другие поддерживают третьего. И прольется кровь, как говорится, но она уже пролилась. На самом деле я говорю это все сарказмом. Конечно же, я сам в этих кипишах не участвую, потому что для меня это чуждо. Возможно, прошел тот возраст, когда горел огонь, чтобы там с кем-то подраться, с кем-то кипишевать. Я думаю, этот выпуск будет интересным и вам понравится. Самые объективные и справедливые новости на этом канале. Ну что, Фарид, приветствую тебя. Приветствую. Если честно, даже не ожидал, что в ближайшее время ты появишься у меня на канале, но появился, значит, есть повод. Я сам, если честно, не ожидал, что так все быстро будет. Но тогда еще было в планах у тебя обязательно появиться. Да, я вот вчера смотрел, ты как раз говорил на своей первой конференции, если я не ошибаюсь, что через полгода вы меня будете знать. Я вам отвечаю всем, вот даю слово пацана, то что полгода, год, я, блядь, стану, блядь, медийный, известный, я, блядь, всем докажу то, что я могу. Да, правда, все на конфликтах построено, но сейчас, в принципе, здесь все-таки строится. Ну, это мы сейчас, да, рассудим, да. Почему, из-за чего конфликт. Да, но перед этим я хотел бы вообще, в принципе, узнать, кто ты в спорте, а именно, какие у тебя есть достижения, регалии. Мастер спорта России по кикбоксингу. Это я в 16 году выполнил его. Кандидат мастера спорта по боксу и занимался карате очень давно, до черного пояса дошел. Почему в моменте все так пропало у меня? Потому что я с 16 года по 19, даже, может, по 20 год нифига не делал. Ну, в прямом контексте. Ничего не делал, ушел в армию, гулял, клубы, девушки, сам понимаешь. И вот спасибо Сергею Иркаеву, который открыл в нашем городе промоушен. Он пригласил Алисафу Мардалиева после топ-дога. Хотела, чтобы он выступил у себя в промоушене, и я с ним приехал. Мы приехали после стройки, там грязные все, чумазые. Вот. Алисафа, как знаешь, он не особо разговорчивый. И я начал там за него чуть-чуть, за себя. И Сергей тоже присмотрелся на меня и говорит, не хочешь тоже выступить у нас? Ну, я с радостью выступил, как бы видишь, вот. Это получается, после армии ты такой образ жизни вел? Да, еще год гулял, я где-то, да? Работал на стройке там. Бывало, я даже сейчас посмотрят мои родители, бывало, где-то и сигареты покуривал. То есть вот такой образ жизни был. А до армии вообще чем занимался? Именно работал, вообще образ жизни? Да, работал охранником в ночном клубе.
Ничего такого особенного. Ничего особенного не делал, да, отучился на тренера. По образованию работать не пошел. Вот. Ну, ничего не делал. Отец хотел, чтобы я устроился куда-нибудь там в МЧС, ну, типа такого, чтобы уже хотя бы какой-то доход у меня был. Но я все говорил да-да-да-да-да-да, и все вот это оттягивал. В итоге ни к чему не пришел. А в спорте вот. С самого детства? Да, в спорте я с 7 лет вообще, с 6-7 где-то вот так, начал с карате. А профбои какие-нибудь есть? Ну, профбои есть, 3-2 боя у меня, но там 2 поражения. По-другому? По кикбоксингу. А любительская карьера, я так понял, любительская карьера у меня там очень большая история. Даже не могу вспомнить сколько, но около 400 боев точно есть. А в армии где вообще служил? Ну, учебку проходил в России, в Екатеринбурге, на Елань. О. Да, ты, наверное, да, тоже там? Угу. И оттуда меня отправили после учебки в Абхазию, за границу. Но я скажу так, за год я достаточно нормально служил. То, что служба в России, я честно говорю сейчас, я никак не хочу задеть российскую там армию, но делать нечего тут. В Абхазию отправили, блин, интересно. Ну, реально, службы, там всякие тренировки, вот эти учения. Тяжело было, но, мне кажется, так намного лучше и быстрее время летит в армию. Так что, да, вот. Ну, служба прикольная у меня прошла. Интересно. Толчки не мыл. Ёршик в руках не держал сразу. Заставляли? Нет. Ну, были, нет. Вначале, как приехал, были моменты, то, что там, да. Типа, ты что такой офигевший тут ходишь туда-сюда. А я с телефоном ходил. И телефон под подушку, короче, положил. И пошел бриться. А у нас сержант ходил, знаете, такой, я не буду его фамилию тоже говорить, там, с иракесом, чтобы ты понимал сейчас. В нашей армии, да, можно ходить, типа, по бокам выбриваешь, а наверху прям вот этот чубчик. И он мой телефон находит и кричит, типа, чей телефон 5С? Ну, я такой выхожу, типа, говорю, мой. И он его с парапета, короче, выкидывает с третьего этажа. Ну, а у меня телефон, это вообще моя больная, ну, не могу я, короче, без него. Ну, и все, мы с ним зашли, это прям неделю я только в Абхазию заехал. Мы с ним зашли в туалет, я ему там, он, наверное, потом посмотрит это. Ну, накидал лещей, и там, и все, после того момента вообще меня, в принципе, никто не трогал. Единственное, наверное, кого я боялся, это, ну, как боялся. Слушался, прислушался, это командир урод. Он у нас прям такой был отец, честно. А так, да. В принципе, на положении в роте своей все было отлично. Все четко, да. Ну, как бы я не косячил, так и но, типа. Я имею в виду среди коллектива. Просто я смотрю на тебя через бои, конференции, ты очень дерзко себя ведешь. Чувак вот хочет кайпа, ему похуй на ваши бои. А, ну, он хочет кайпа пиариться. Чего вы? Мне похуй, я хочу. Вот мне интересно, как ты там себя вел. Там то же самое. То же самое. Так же все и было, да. Но у нас было, я не один, конечно, у нас трое. Я там, Гарик и еще один пацан, Максим. Вот мы как-то компашкой своей двигались. Но мы себе и не позволяли лишнего, типа, беспредела не было. Типа, все пацаны, все с друг другом общаемся, просто как получается то, что, ну, лидеры, есть лидер в команде. То есть я люблю быть лидером в команде. Mm-hmm. У меня это хорошо получается. А чтобы кого-то там что-то обидеть, там нет, такого не было. Он вернулся ты после армии, у тебя какие вообще мысли были? Поначалу, почему на стройку пошел? Почему на стройку, я сейчас расскажу. Друг у меня, прораб был. Ну, взрослым, как, ну, там 37 лет, но это мой друг. И он говорит, блин, пацаны, давайте подтягивайтесь, сейчас я, типа, вас обучу всему, и будете так же, как я, прорабом, типа. Ну, и что ты знаешь... Год работали, ни я, никто прорабом не стал. И я понимаю то, что там заработать, ну, нереально было. Но все же работал. Почему? Потому что хоть какие-то деньги, пускай это 5 тысяч, там, 3 тысячи в неделю выходило. А кушать же надо было что-то. А к родителям, ну, не обращался, не говорю то, что я там не мог. Нет, просто уже выбрал свою жизнь. Типа, думаю, я смогу сам, докажу. Вот, и все. И говорю, вот Сергей появился. С вами промоушеном, ему большая благодарность. Как свет в конце туннеля, да? Да, и вот я говорю, он появился, и, наверное, даже изначально я бы не сказал, что он в меня как-то верил, прям с самого начала, потому что я такой болтун, я много на словах тогда наговорил, говорю, возьмите, не туда-сюда, но он дал шанс, и я думаю, не пожалел об этом. Да, слушай, а пока ты не попал в эту всю движуху по ММА, в медийную, ты вообще YouTube смотрел, знал вообще, что там происходит? Смотрел, конечно, но смотрел изначально только, наверное, хардкор.
А то есть уже знал, в принципе. Да, я говорю, я смотрел все время вот эту всю движуху, я отправлял заявки еще, когда на стройке работал. Но никто не принимал. А так всегда после работы приходишь, что у нас, я открывал выпуски, там конференции, вот это еще тогда Чершамбе, все они развивались как раз. Ну, интересно было. Я еще сейчас сижу с пацанами, там вот недавно с Пандой встретился. Uh-huh. И они меня типа увидели, типа тоже уже все знают. Я такой думаю, блин, полгода назад я по телевизору сам смотрел типа их и хотел к ним же туда. А сейчас я, на, ну, типа, грубо говоря, в одном ряду с ними, со всеми. Туда хотел в движуху? Прям выступай, да, хотел. А я думал, больше Берзло ты хотел. Не-не-не, вообще, в принципе, в поп ММА вот это. Я, конечно, понимал то, что я сейчас не занимаюсь ничего, но всегда было желание туда попасть. Я, и друзья мне всегда говорили, типа, блин, Фар, вот тебе бы туда. Я такой, да-да-да-да-да, что-то попробовали туда заявку подать, сюда, туда. И до сих пор ответа, кстати, ниоткуда не пришло. Сколько смс-ок было отправлено, даже не прочитано. А вот. кем вообще, если по-честному, вдохновлялся из героев поп-ММА? Может, по-любому ты же видишь, когда новую для себя среду, может, с кого-то там... Вот поначалу, когда только поп-ММА зарождалось, я это не скрываю, даже на странице у себя, это вот, ну, Никулин у меня был. Никулин? Ебаный регбист, вот так ты будешь гореть, нахуй. Серьезно, да. То, что он делал по своему трэш-току именно. В самом начале? Да. Тебе нравилось? Персь, ну как, у меня определенно был Чорш, я не скрываю, хоть я и вначале на них газовал на первой своей конференции. Хочу дать пизды Чершамбе, в первую очередь, прям пиздец хочу его отъебашить. Меня вдохновлял как трэш-токер, как боец, честно, нет, вот именно трэш-ток. Персидский дагестанец. Тоже прям, трэш-ток, да? Ну он и по боям, и по трэш-току. А Никулин чем вдохновлял? Никулин именно трэш-ток, то что он в натуре тоже выходил, и ему было... Я не буду матом говорить, типа, ну все равно. Ну ты же сам помнишь его первую конференцию. Да, в том же дело. Он же отрамагал меня, даже сейчас иногда сравнивают с ним, типа, это Никулин 2. Вот такую мне фигню пишут. Не, в том-то дело, что я Никулина вспоминаю, каким был в самом начале, вот, я никогда не скрывал. На мой взгляд, у него немного был глуповатый трэш-ток. Ну, мне, наверное, мне это нравилось. Нравилось? Я говорю так, как есть, да. Ну, ты главных трэш-токеров назвал? Ну, наверное, я тоже просто изначально, видишь, как трэш-токер залетел. Ну, то есть ты, в принципе, знал, что надо залетать именно с такого... С трэш-тока, да. С трэш-тока, ну, с трэш-тока это все было одно и то же, но нужно было что-то прям новое. Я залетел как? Я залетел через слово «мат» у меня был. Ну да, как слово «мат», да. То есть кто-то выходил, матерился, а я прям, грубо говоря, вот через слово «мат» я знал то, что это хейт, прям максимальный будет, но на хейте как бы и вывез. Uh-huh. Первый свой выпуск, а потом потихоньку начал сглаживать. И думаю, сейчас я вот начинаю себя показывать так, ну, такого, какой я на самом деле есть. И трэш-ток нормальный, и бои сейчас вот как-то сглаживаю. Ну, ты сейчас тренируешься? Да, сейчас тренируюсь. Когда в Москве, тренируюсь у Типчика, может, знаешь, такого, uh-huh. Артем Типчик. А сейчас на сборы уехал в Кабардино-Балкарию. Слушай, я ознакомился, в принципе, со всеми твоими конференциями, с боями, с твоими высказываниями. И первое, что меня интересует, это Коля Прайм-тайм, который... Шоу-тайм. Шоу-тайм он? Да. Который потянул тебя за руку, да, дал, да, ему, да, жесткого леща. Зачем ты это сделал? Ты отвечал на этот вопрос, то, что ты ему протянул руку в знак уважения. Но ты действительно считаешь, что если тебя кто-то потянет, там надо... Там не совсем бить? Так было. Ну, как бы, да, мне все это было изначально предыстория, то, что у меня другой соперник должен был быть. Да. Я это рассказывал. И когда я туда ехал, у меня внутри такие были эмоции. То есть, ну, вот то, что я хотел на того соперника сделать, получилось то, что все на этого Колю Шоу-тайма высыпалось. И я, конечно, пытался себя сдерживать, и вот этот момент, он, когда меня дернул за руку, не знаю, возможно, да, я не отрицаю, перед ним извинился, это было слишком жестко. А, также не отрицаю то, что на конференции, да, это некрасиво было делать. Но я говорю, из-за того, что у меня были такие эмоции на другого соперника, на Магомеда Зайналу, у меня прям вот в моменте просто что-то высыпалось тогда, и у меня прям вылетело. Не, сейчас я тебя понимаю, просто я когда пересматривал твои ответы, ты говоришь, что ну я ему протянул руку. Ну это тоже, не... да, я типа протягиваю ему руку, я же ничего там плохого не делал, я ему говорю, он говорит, я тебя выиграю. Я говорю, ты за слова отвечаешь, он говорит, да. Ну и у нас пошел такой диалог, то, что я говорю, давай, если я, например, выиграю тебя,
то да, ты мне свой гонорар. Если ты меня выиграешь, я тебе полностью свой гонорар. Ты проиграешь. За слова свои отвечаешь? Отвечаю. Отвечаешь? Отвечаю. Если, давай так, если ты выигрываешь, я тебе свой гонорар отдаю. Если я выиграю, ты мне свой. Давай. Давай. Все. Какой у тебя гонорар? Ну, в ушко скажи. Ну, вообще, это стрёмно, но ладно. Ладно. Давай, бьёмся. Вырубать его. Все, давай. И все, и получается, типа я спрашиваю, а сколько у тебя гонорар, он мне отвечает, да, там, возможно, это относится к трэш-ток, я чуть-чуть посмеялся, типа там. И вот это вот мне не понравилось, то, что там все, я типа отпускаю, я хочу отпустить его руку, а он меня вот так вцепился, вот, да, и типа, я, да, и не то, что потянул, ну, дернул, да. И в этот момент я даже не сказал бы, что я, то, что я принципиально его ударил, ну, как ты знаешь, типа он дернул меня на вылет. И там не такой уж был жесткий удар, он просто был резкий, точно в челюсть, вот. Я извинился уже перед да, ним. Да, я типа, просто я не пойму, я одного момента не понимаю. Типа, ты осознаешь, что ты сделал неправильно, либо ты считаешь, что ты сделал правильно, потому что он провел, как ты не сделал. Нет, смотри, я как бы осознаю, что, я не нужно было этого делать на конференции. Ну, нужно было бы себя сдержать. Но с другой стороны, понимаю то, что мои эмоции, которые были внутри, и то, что да, ну, не понравилось то, что вот эта неуважуха ко мне была. 50 на 50, короче, я скажу так, 50 на 50. Вроде и правильно, вроде и неправильно. Но в любом случае я остаюсь человеком. Следующая конференция, я перед ним извинился, я пожал ему руку. То есть даже с нашей стороны организации, там Сергей, я как слышал, ну, он ему помог с лечением. А что, на твой взгляд, более неуважительное, если тебя дернут за руку, либо ты над головой яйца разобьешь? Когда руку тебя дернут. То есть, если бы он тебе разбил бы сырые яйца в голову, ты так не сделал? Не, я к этому отношусь достаточно, знаешь, ну, трэш-ток, да, шоу. Хорош. Нет, ты сейчас, я... ну, ты неправду говоришь сейчас. Я тебе яйца тебе разобьют да, об голову? Да, прям, если бы я вышел вот так, и не знаю, то, что, и мне бы разбили то яйца. То есть, тот Коля, именно тот если Коля. Если бы тот Коля, если бы любой человек, я вот к этому отношусь вообще нормально, я уже всем объявлял. Что входит в трэш? Если я сам себе такое позволил, значит, это и со мной можно такое сделать. Разбить яйца, там, я не знаю, да, муку мне в лицо кинуть, это я к этому... Но за руку дергать нельзя. Ну, за руку, но это уже как-то, знаешь, типа, ну, по-мужски. Ну, мы жмем руку, мы даем друг другу слово, и вот это там, дернуть. Ну, я понял, это твое мнение, базара ну, нет. Ну, да. А так, яйца об голову, let's go, кто хочет разбить, попробуйте. Ну, бить не буду. Но это же относится, которое я просто наблюдал раньше. Это тоже нормально все дело. Не Кулин там с Персом вроде. Да и потянуть на руку на самом деле нормально. Ну, у каждого свое восприятие, базару нет. Если для тебя это неприемлемо, значит, ты, получается, должен бить всех тех, кто бы то ни был, кто тебе потянет за руку. Да, ну нет, я же сказал, просто эмоции тогда были. Смотри, вот сейчас мы как раз-таки и потихоньку перейдем к Зайналу. Вот, я пересматривал тот момент, когда, ну, когда ты нанес серию ударов. Но перед этим он подошел к тебе и говорит, типа, повтори мне в глаза, что ты сказал про меня, что я, типа, очкошник. Сейчас повторим, что это трус или крыса. Зачем мне сейчас? Ну, ты же про это говорил. Ну, он сказал повтори. То же самое, да. Трус и крыса. Ну, да, ты говоришь ему, у тебя есть мой номер телефона, типа потом встретимся, сделаем. У меня, вот лично у меня вопрос, зачем потом встречаться, если вы прямо сейчас находитесь друг перед другом? Вот опять, вот как раз хороший, вот этот вопрос мне прям нравится. Давай все вот про Зайналова с самого начала. Я убираю про то, что нам дали, короче, бой, дают бой, говорят, раскачивайте бой в прямом эфире. Сейчас я этот прямой эфир уберу, я не буду про него рассказывать. Это было максимально с его стороны некрасиво, ты понял, про что я говорю? Или прям можно сказать себе, то, что он задел мое родное в прямом эфире. Будет вопрос, все, да. Все, с этого у нас все пошло-поехало. А, там уже пошли, типа, угрозы, там, да я тебя в октагоне сломаю, убью. Я также ему это говорил, то есть все ведется к бою. Все, в итоге за день до боя он снимается. Ну, я говорю, я не могу знать, по каким причинам. Он говорит, у него травма. А, я не могу знать, я приехал на бой, моего оппонента нет. За день. Мое мнение то, что он просто соскочил после всего, чего у нас там было, реально. Это любой человек подумает, что он просто, ну, соскочил, испугался. Все, хорошо, как раз выхожу с этим Колей. Коля получает как раз на этих эмоциях то, что я хотел в этот день с Зайналом выплеснуть. Меня приглашают на хардкор.
Я приезжаю на хардкор, и, короче, Магомед Зайналов там тоже присутствовал. Я приехал туда с целью кинуть вызов Люблинометру. И я, короче, выхожу и смотрю, мне кто-то кричит. Он сейчас будет говорить то, что это не из-под, не как крыса был, ну, типа он когда напал. Забежал в окогон. Нет, ты чё, это я приехал туда в 8 утра, и вот ударил я его, получается, в 5. А то, что было до, вот все вот эти часы, никто же не знает, по сути. Я, получается, иду встречать друзей, и тут слышу, кто-то кричит там, мэй, чё ты. И я прям в моменте, когда поворачиваюсь, я смотрю, на меня Зайналов как раз летит, ну, прям с ноги. Он, получается, на меня влетает, хватает меня за шею, ну и реально начинает дубасить. Я вообще в этот момент потерянный был, типа, я не понимаю, что происходит, что у меня что-то бьет, тут нас охранники разнимают. Я такой, типа, ну все, окей, угомонись. И у него выход как раз на бой. Тут я опять захожу в зал, меня в клетку Янша зовет. Атаман, который? Да. Фарид, выйди сюда, мне есть тебе что сказать. Вот, чтоб ты понимал, Зайналов как раз на меня бросился, я иду в зал, тут сходу прям меня вызывает Яншин. Очень хорошая это, актерская игра, кстати, это все по сценарию у них было. Вот прям 100%, я знаю почему. Выхожу и вообще, какого фига вот этому Яншину, ну я его знать не знаю, он меня знать не знает, он начинает меня качать, зачем я ударил этого Колю Шоутайм. В итоге я ему все по факту накидываю. Он даже не знает, что мне сказать. Он, в смысле, просто запутался в своих словах. Я ему по факту предъявляю, а он просто... Зачем? Что движет такими людьми? Хотел докопаться что-то, видимо, с Ульянов, естественно, сразу там, давайте подеритесь тут в октагоне. Тут вылетает я ему объясняю то, что Магомед Зайналов с моего боя слился, поэтому я шоу-таймом выступил. Тут Магомед Зайналов вылетает в октагон, бьет меня, ну, хотел с ноги по мне попасть, по микрофону попал. Я один вышел в октагон, во-первых. И вот этого давления, типа, я вообще не на своей площадке, тут Яншин что-то стоит на меня бычится, тут Магомед Зайналов выбежал. И я до сих пор ничего не делаю, ты видел, я стоял. Я типа говорю, я не тебе, я понимал то, что и тот, и этот, они хотят сейчас хайпануть. И Сульяна говорит, да, Магомед, хочешь сейчас тоже с ним, вот с Фариком выйди, типа, тут по кулачке. Я сразу сказал, я типа не тебе хайп не собираюсь сейчас давать. Теперь ты, говоришь, за мной побегай. Я приехал на бой, ты не пришел. Почему я сейчас должен на чужой площадке одевать перчатки и драться тут? Ну и все, короче, выхожу. Сулян говорит, все, выходите там уже, решите дальше. И выхожу, Яншин опять ко мне подходит, говорит, идем поговорим. Вот это все реально было, это все выйдет. Выходим, короче, разговаривать вообще в коридор. Смотрю, за нами камеры идут. Ну и я прям такой думаю, ну не просто же так. По-любому сейчас что-то будет. Камеры, короче, и прям, знаешь, это все так было эффектно, типа, Яншин такой выходит, сначала все камеры поставили, типа, знаешь, они прям подготовились, я такой, прикольно, что такое, и он прям вот, знаешь, лицом к лицу, в лицо стоит, и я понимаю то, что он может меня, по сути, он может меня уже рубануть, но он зачем-то проходит мне в ноги, прям, ну, я не отрицаю, жестко меня кидает, прям, знаешь, на плитку, вот у меня до сих пор, типа, спина болит. А никто не знает, да, все думают то, что я как крыса из-под тишка там бью. А это выйдет вообще где-то, где он кидает? Выйдет на живой стали, просто, знаешь, я не знаю, можно ли это рассказывать или нет, но, наверное, можно просто в выпуске, когда хардкор выйдет, четвертый выпуск там или какой третий, и с ним живая сталь выпустят. И все, и у меня, чтобы ты понимаешь, короче, кидает своим весом, он 90 килограмм весит. Что-то начинает на мне лежать, там что-то рыпается, бьет. А нас опять охранники разнимают. Я вот стою и как раз опять ухожу в зал. Опять стою, опять Яншин на меня смотрит и подходит такой что-то... Не помню точные слова, но что-то опять ко мне, знаешь, оскорбительно. Типа ты там, то и я уже вот стою, видос видел. Я ему левый засадил. А, это он уже оскорблять начал, после чего ты засадил? Да, это вот, чтобы ты понимал, это все вот это вот давление на меня было. И он опять меня оскорбляет, я говорю, ты что от меня хочешь? И он что-то стоит, и я прям думаю, я что, вот натуре тряпку, что ли, что он меня там кинул, в октагон позвал там, типа, что-то, ну, хотел меня как-то унизить или что. И все, и я прям думаю, если я его сейчас не ударю, я понимаю то, что он хочет что-то нарваться или меня сам ударить. Я ему щелкнул левый. После этой ситуации, все, я, короче, его ударил, уезжаю кушать куда-то, не помню, ну, с пацанами, потому что мне сказали приезжать в четвертом выпуске, чтоб я люблю, но выпуск, вызов кинул. Это в 5 утра было.
И все, я, короче, пацаны звонят, продюсеры говорят, приезжай, все, через час тебе полюблено дерется, выйдешь и вызов кинешь. Я сразу говорю вот пацанам, я говорю, я сейчас приеду, я говорю, мне не нужно, чтобы на меня Зайналов там сейчас налетал, там еще кто-то. Я говорю, вы мне даете слово, то, что я сейчас приеду к вам, и никто это, ко мне не начнет на меня прыгать, лезть. Я говорю, он говорит, вот Зайналов рядом, он тебе сейчас сам лично в трубку скажет, то, что не будет налетать. Зайналов берет трубку, вот я тебе клянусь. Я говорю, я сейчас приеду, я говорю, если ты хочешь поговорить лично, я говорю, давай встретимся завтра один на один. Он говорит, я тебе даю слово, говорит, ты сейчас приедешь, я к тебе не подхожу, доставишь вот свой номер, завтра созвонимся, встретимся. Я такой, ну все, ну окей, типа. Приезжаю как раз, сижу, выхожу, вызов кидаю, или метро Люблино, выхожу, и Зайналов ко мне подходит такой, вот как раз уже вся предыстория. Я вообще туда с миром приехал, я даже Анатолию Сульянову кричал, я говорю, он типа говорит, зачем ты разбил ему голову? Да что ты разбил ему голову, не можешь, что ли? Ну он на меня налетел, вы понимаете, я стоял, вообще ничего не делал. И все, именно они выкладывают вот этот моментик. Да, было жестко, и с Зайналовым было жестко, но извините меня, когда мое родное трогают, мне вообще все равно, что там, кто, я готов в натуре за своих там, понимаешь, родителей, сестру, братика, я готов за них убить. Этот человек тронул, он перешел все грани. В эфире? Вот реально, в эфире на 700 человек. Что он сказал просто, я даже не могу. Я не могу, мне это даже самому, я такие слова не могу, ну, грубо говоря, про матушку. Прямо такие прям сказать. Прямым контекстом, да. Он извинился, ребят, да, он, есть переписка, где он мне, я могу сейчас открыть, потом тебе показать. Он говорит, зачем ты вот это опять всем рассказываешь, я же извинился, его слова. Я же перед твоей мамой типа извинился, но перед тобой за твою матушку. Но извини меня, я ему объясняю, если я сейчас людям это доносить не начну, меня вот так кто-нибудь на улице встретит и так же грохнет. Люди же хотят знать, из-за чего у меня вот такая ненависть, типа, из-за чего я так его ударил. И он говорит, не рассказывай больше. Нет, извиняюсь, я буду рассказывать, чтобы люди знали, что, во-первых, нет плохой нации, я не говорю там про нацию сейчас или что. В натуре человек плохой. Вот он плохой человек. Он там считает себя мужчиной, не мужчиной, но я думаю, мужчина никогда не позволит себе свою, чужую, чью-то мать вот так вот... В прямом эфире там на 1000 человек задевать, я думаю, это вообще неуместно и некрасиво. Да, с этим я согласен насчет родных. Я просто искал этот прямой эфир. И... Не его... прямой эфир, я видео искал. Видео, вообще. Видео, возможно, оно где-то летает, но у меня есть какие эти факты, то, что он это говорил. У меня есть с ним переписка, видео, сообщение, где он говорит. Извиняется, да? Я говорю, зачем ты это распространяешь? Я за твою маму, то, что я тебе сказал, уже извинился. Ну, уже понятно. Ну, да. Пускай даже там нет такого того прямого текста, что он сказал, уже факт, то, что пускай, неважно, любое слово, что он про матушку уже задел, это уже лишнее, мое мнение. Нет, да. Просто я, когда готовился к интервью, меня тоже удивило то, что смотрю одно видео, ты бам, ну, мне показалось, это был нежданчик, когда ты так куртку расправлял, ударил, да, потом бам... Атамана. Не расправляю, у меня рука очень в кармане. Да, потом атамана, потом твоя речь. Они на меня налетели втроем. Я думаю, блин, а где это видео, где на тебя налетает? Я только вижу, где ты там налетает. Там вообще все было, распорядок был другой. Сначала, получается, атаману. Ну да, ударил, я уже понял, ты рассказал. Ударил атаману, он пошел в раздевалку как раз. Я потом видос смотрел, то, что он с Зайналом видосы записывал. Возможно, у них какая-то там уже договоренность была. Возможно, Магомед хотел отомстить за атамана. Я не знаю, как там, что на самом деле, но факт остается в том, что я никого не трогал вот за тот вечер. Я приехал, спокойно стоял, один меня позвал, начал на меня выпендреживаться, второй, третий, четвертый, я вот это до 5 утра, понимаешь, стою, хаваю, и вот тут уже просто эмоциональная вспышка. Слушай, ну, если это действительно так, потому что я не нашел эти видео, то это меняет ситуацию. Но, с другой стороны, почему так происходит, ты сам вообще понимаешь? Вообще, почему на тебя вот я так понимаю, вот жестко газуют, понимаю. Там оскорбляют где-то я к этому, в принципе, готов. И понимаю, и готов, типа... Потому что ты сам посеял это. Да, я как бы сам это зародил. Ну, не зародил, а начал. Ну, ты понял, что я хочу сказать. Да-да-да. Я сам это начал, да, и то есть я должен ждать в обратку того же. А попал бедолага Коля...
Шоу-тайм, да. Но если бы там был, например, в тот день Магомед Зайналов, думаю, все бы было вообще сейчас по-другому. Приветствую, Зайнал, тебя. Приветствую. Как говорится, ты вторая сторона этого конфликта, хотелось бы... Я первая сторона этой медали. Просто ей повезло, что хайп сейчас на ней, но хайп будет скоро на моей стороне в огромных количествах. Огромных масштабах. Ну, моя цель, честно говоря, больше всего здесь разобраться в этой ситуации. И чтобы зрители, которые у вас смотрят, видят какие-то отрывки, тоже понимали, в чем суть и как произошло. Я тебе прямо задам вопрос. Он будет звучать так. Расскажи свою версию, видение того момента, как все произошло именно в тот турнир, когда тебя ударил серию градов Фара, ты вырубился. Вот. До этого момента что вообще как бы? Я не вырубился, я потерялся, во-первых. Ну, да. Его удары сильные, так что можно не назвать его фриком. А что, назвал этой ситуации, фриком? Ну да, думали все, он фрик, оказывается, он более-менее умеет драться. Ага. Так что мы с ним зарубимся. Трэш-ток уже пошел. Да. Ну, понял. По поводу этой ситуации, что я могу сказать? Все видели, что было? Не, с самого начала, вот как ты пришел. У меня на работе есть мудрец один, я его называю сенсей. После этой ситуации он мне сказал: выкинь мусор из головы. Мусор мешает тебе увидеть то, что важно здесь и сейчас. А когда окажешься здесь и сейчас, удивишься тому, на что ты способен и как ты в этом хорош. Ну ты какой мудрец, интересно. Он не ВКонтакте прочитал это? Нет. Нет, ну все. Тогда одобряю, пойдет. Смотри, ты пришел на турнир хардкора с целью боя. У тебя был там бой. Угу. Вот. А у тебя же должен был быть бой с Фарой. В итоге у тебя не получилось? Да, в декабре я должен был с ним драться, 22 декабря. 16 декабря я подрался на хардкоре. Ага. Я травмировал спину во втором раунде, когда выходил с удушающего. Сразу написал менеджеру, и менеджер написал, что я снимаюсь, у меня травма. Ага. Фара начал раскручивать версию, что я снялся за день до боя. То, что я там трус, крыса, называл меня так. Я подошел к нему, я говорю: повтори то, что я трус или крыса. Он не ждал меня, но он не повторил этого, потому что он знает, что я никакой не трус и никакая не крыса. А вот такой момент, а было такое, что в этот вечер, когда он тебя ударил, что Фару же позвали на хардкор, и ты по телефону с ним разговаривал, потому да, что мы договорились встретиться потом. Он говорит то, что типа я приду, но чтобы там никаких потасовок не было, никто на меня не налетал, если хотите разобраться, то позже. И ты по телефону ему сказал: все нормально, я ничего не буду налетать. Нет, такого не было, я ему сам сказал: нам здесь с тобой драться смысла нету. Потом после турнира пообщаемся. Он зашел, сделал в клетку свои дела с Люблино, вышел оттуда. Я говорю: ну что, ты свободен, идем на улицу. Он говорит: нет, я не пойду. Я говорю: да повтори то, что ты мне говорил, те слова, когда меня не было. Он не стал их повторять, он ударил. А до того, как он зашел в клетку, чтобы вызвать Люблино, вы с ним никак... Я к нему подошел, оставил свой номер. То есть вы даже не дрались, не пересекались? Я его пальцем не тронул. Я сдал свое слово, я его сдержал. Ага. В тот момент я даже не собирался его бить, потому что... Я сказал, что я не буду этого делать. Ну, ты с кулаками стоял, когда он тебя ударил. Я был немного напряжен. Ну, это, может, и послужило, что он видел, что ты с кулаками, понимает, что если он не ударит, возможно, ты сейчас налетишь на него. Это же могло так на моральных... Ну, могло так показаться. Но мои намерения всегда были чисты. Слушай, то есть, получается, ты ему просто дал номер, вы никак с ним не газовали, не кипишевали, да, все? Да, но даже после этой ситуации у меня практически был сломан нос. Я ему пишу: давай, ты где находишься, скинь локацию. Он не скидывал ничего, гасится. В один день мы с ним созвонились. Он говорит: в течение 20 минут скинул локацию. Вот до сих пор не скинул, на звонки не отвечает. Но в любом случае мы с ним увидимся. Да. Такой вопрос. Я ему сказал, знаете о чем? Да. Войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить к выгоде вашего противника. Макиавелли, 1502 год. Ты где прочитал? Это опыт. Что, базара нет? Опыт так опыт. Такой вопрос, который интересует многих, меня в том числе. Фара неоднократно там в сторисах, где-то на интервью говорит то, что ты задел у родителей. Это правда? Было в эфире, он начал говорить мне всякие грязные гейские вещи. Я не выдержал на эмоциях, сказал. После этого я как мужчина извинился, простил ему все то, что он говорил мне. Мы дали по рукам, закрыли конфликт. Решили так снова начать раскручивать бой, вышли в эфир. И он снова начал моросить. Я уже не выдержал. Я сказал: тебе хана при встрече. Серьезно, ты настроен, если честно? Да. Я не говорю, там один из нас пострадает. Там в кулачке, в борьбе, в кулачке, по ММА, на улице. Он жестоко пострадает. Угу. Он не знает, что такое море крови. Он, наверное, никогда не купался в этом дерьме. Ему искупается, он мало не покажется. Он не остановился, остановка станет для него последней. А мы... Но...
Ты также, как поступал с другими, понимаешь, что, что у тебя уже другого варианта нету, что если кто-то допустит примерно то же самое, что даже Коля, Шоу-тайм и другие люди, то ты должен с любым так поступать, кто бы то ни был. Бить? Ну вот как ты, получается, повел в каких-то ситуациях с определенными людьми, значит, бить это все, ну, что ты делал. Ну, я скажу так, знаешь, нужно будет — ударю, не нужно будет — не ударю. Ну, типа, да, это я уже не могу тебе сказать, что будет дальше. А, я, конечно, стараюсь измениться вообще в плане всего сейчас. А, мат я убрал полностью с трешток. Типа, если раньше реально не только мне, моим родителям уже не нравилось, я понимал то, что мне нужно это убирать. Ну, не красит меня это. Сейчас я сделал так, то, что я убрал мат, но все равно у меня трешток остался, и все довольны. А бить я также говорю, конечно, я, во-первых, сейчас всем говорю, ребят, это нехорошо. То, что я вот это делаю, за это вообще можно уехать далеко и надолго, ты сам понимаешь, ну, за решетку. А поэтому также я говорю, призываю всех не делать этого. И также я постараюсь исправиться и вообще, в принципе, больше такое не допускать. Но если вдруг вот дойдет такой прям момент, когда уже драка неизбежна, то, конечно, я буду пить первым. Когда я чувствую вот этот накал, то, что либо сейчас мое лицо просто разнесут, либо мне приходится бить. Я, конечно, буду бить первым. В тот момент я чувствовал от Магомеда то, что прям вот человек хочет, вот, и тем более я говорю всю эту предысторию, знаю, сколько мы с ним общались, что он мне говорил там, там вплоть чуть ли мы там не резаться хотели с друг другом. И я прям стоял и понимал, вот я еще смотрю на его кулаки, он их сжал, посмотрите на видео. Я прям стою и думаю, ну все, уже прям точно он хочет меня ударить. И все, я прям в этот момент, чик, четверка вылетел. Слушай, ты сказал, ты хочешь измениться, ты меняешься. А если вот честно ответить, в первую очередь из-за чего ты хочешь поменяться? Ну, что тобой двигает? Ну, ничего не двигает, просто я понимаю то, что... Тяжело так? Нет, ну не тяжело. Просто душевное такое состояние. И, во-первых, я заметил, вот я сейчас более-менее начал себя хорошо вести, выигрывать в боях, больше уделять время тренировкам, а не вот этому трештоку. И сгладил это с трештоком, и у меня как бы больше уважения появилось. Быстрее растет медийка, я заметил. Вот в начальном этапе можно было вот это допустить, то, что там трешток, вот это все, знаешь, месиво, дерьмо там делаешь, чтобы тебя увидели, заметили. Но аудитория все равно от этого не растет. Тебя обсуждают, хейтят, кто-то говорит, ты дурачок, кто-то ты нормальный. А вот сейчас я заметил, те, кто меня прям всяким дерьмом поливал, мне пишут, блин, братан, берем свои слова обратно, типа, ты красавчик, показываешь теперь на боях достойные бои, типа, ну, дерешься, и по трэш-току все нормально. Поэтому я думаю, просто нужно дальше действовать вот так. Слушай, а расскажи про тот вечер, когда твой бой с Ассасином чуть не сорвался. Из-за чего это произошло? Потому что должен быть ваш бой, его переносят, отменяют, и получается идет следующий бой. Ну там как бы не переносили бой. Ну, он должен был выходить я, да. Но в этот момент там инцидент произошел с моим другом Алисафой. Пара, слушай, я знаю, что сегодня твоим многим друзьям сломали челюсть, там какие-то зубы. А, да, да. Челюсть не сломали, зубы. А вот это было прям в этот момент? Это было в этот момент, но я не могу про, про эту ситуацию вообще, в принципе, ничего сказать, потому что в тот момент у меня была такая накальная ситуация, то, что вся охрана была сконцентрирована, грубо говоря, на меня. Ну, то есть из-за этой же как раз ситуации, то, что я вот Магомеда там вырубил, и типа безопасность в мою сторону обеспечивали. И меня не выпускали вообще, в принципе, вниз. Я вот, чтобы ты понял, я приехал там в 6 вечера, и до своего боя я сидел в комнате. Меня не выпускали ни на улицу, ни там, грубо говоря, вниз посмотреть, как бьются мои, ну, близкие. Я смотрел по фейстайму. Вот там Алисафа выиграл, по фейстайму я посмотрел, все, отключил. И все, и получается, я разминаюсь, у меня следующий выход, и мой друг залетает там еще один. Ну, там у него слезы текут, он говорит то, что Алисафе там типа челюсть. Ну, вообще, как по его словам, типа, челюсть, ну, вообще там у него вылетела она. А друг у меня такой, знаешь, ну, мало чего вообще понимает в спорте, он такой безобидненький, он, типа, залетел. И я такой думаю, в смысле, что, из-за чего, я вообще не знаю никакой ситуации. У меня произошел такой момент, то, что я психологически, короче, сломался. Я такой думаю, блин,
что там могло такое случиться, то, что мой друг говорит, что у Оли Сафы там ни зубов, ни челюсти, ничего нет. Но также я не могу же знать, кто, что. То есть ты в тот момент вообще не знал, да. И я в моменте, да, я типа стоял, и у меня был такой боевой настрой, типа, выходить с ассасином. И тут я такое узнаю, и типа, я думаю, лучше мне не выходить на бой. Ну, рейтинг портит сейчас. Понимаешь, это реально, это прям такой был удар по мне. Близкий человек, с кем я вот так вот, типа, с детства дружу, и узнаю то, что его там вообще поломали всего. Но опять-таки же, это все, видишь, как донесли мне. Ну и все, и получается, я не хочу выходить на бой из-за того, что я уже не уверен в том, что я смогу выиграть, потому что состояние у меня такое. Приходит как раз Сергей, я ему объяснил ситуацию. В итоге, в другой момент я понимаю, типа, если я сейчас не выйду на бой, так же я подставлю организацию, так же я Сергея подставлю. Ну, в итоге, знаете, как-то настроился, мне помогли настроить также команда арены. Там все, кто был, это продюсеры, также и вся, грубо говоря, бухгалтерия, которая там сидела, они мне все меня поддержали. Также Сергей поднялся, несмотря на то, что там идут бои, ну, как бы вот это все надо организовывать, он поднялся, он меня поддержал, там настроил морально. Ну и все, собрался духом, и получается, мой бой переносят через одно. На главный бой вечера поставили меня, потому что я растейпировал свои руки в тот момент, я помню. Уже все, реально не хотел выходить. И из-за того, что время заняло на тейпировку, мой бой перенесли. Вот. Был момент то, что да, я реально не хотел выходить на бой. Я понял. Лисефа, приветствую тебя. Как здоровье, как самочувствие? Да нормально уже. Все хорошо. Так вообще у врачей был после той ситуации, когда на тебя напали? Да, вот только вчера был. Сказали, что имплант ставят только через 4 месяца, потому что пока там десна зарастет, образуются кости там, короче. После этого только смогут ставить зубы. Пока поставят временные, хотя бы чтобы без зубов не ходил. Ну так, в принципе, у тебя из травм это выбитые только, зубы? Да, только зубы и все. Ну так, легкие царапины. Да. Ну это я в бою получил, фингал. Слушай, ну расскажи вообще свое мнение, как все произошло, потому что я видел твой бой, ты сказал на своего оппонента, что он много болтал. И я так понимаю, с этого все и началось. Ну да, когда я сказал «много болтал», Хамзат так негативно отреагировал на это слово, но типа... Я не вижу в этом никакого типа плохого посыла, ну типа обидное слово типа болтал. Может быть это для них какое-то обидное слово, но я не знал об этом. После боя я вышел, короче, там меня поздравляли с победой, потом Никулин подошел как раз и брал у меня интервью. И после интервью подошел как раз этот Ибрагим, толкнул меня специально плечом, после чего ударил меня. Насколько я знаю, ну, как мне сказали, типа, то, что он ударил меня за то, что я сказал, то, что когда вышел с ринга, мне по***ло на всех чеченцев. Но я такого не говорил. А это тебе кто сказал, что он так за это тебя ударил? Ну, там человек сказал один, то, что, типа, ему так сказали. А сам он не объяснился вообще как-то потом? Нет, он не объяснился. Я правильно понимаю, ты стоял, давал интервью, да. Он проходит, толкает тебе плечо и сходу ударяет. Да, и сходу ударяет меня, не объяснив ничего, за что, как и все. А твои дальнейшие действия? Мои дальнейшие действия, я был в шоке, типа не знал из-за чего. Но я подумал сначала то, что из-за этого слова болтал, как бы думал из-за этого, но потом сказали, что типа не из-за этого. А как переросло в итоге это в массовую драку? Он же тебе один ударил? Ну, в массовую драку переросло, типа, к нему один чеченец подошел, типа, сказал, за что ты его ударил? И он эту фразу сказал, из-за этого вот начался весь сумбур. То есть тот, кто к нему подошел, получив ответ, его поддержал, типа, все да, правильно ударил? Типа, да, 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 поверил ему, и, типа, и поэтому вся толпа, типа, ринулась ко мне, типа, и вот начали орать, что-то там про чеченцев сказал. Еще что-то. На этой почве, я так понимаю, тебя и били. Да. Просто ты сейчас, да, я действительно пытался найти информацию. Я думал тоже из-за этого слова болтал. Оказывается, тебе потом сказали, что якобы да, ты сказал, якобы, что да, тебе все равно. Я такого не говорю. Смотри, а как это вообще потом это закончилось? Потому что было видео, массовая драка, там непонятно, что происходит, были последствия ну, с тобой. Как это все закончилось? Потому что потом кто связывался, кто разнял? Вот эти моменты, подробности, если ты можешь вспомнить, расскажи, пожалуйста. Что разнимал, ты вообще помнишь? Меня просто потом увели подальше, типа от всей толпы, и там...
за кулисы. Я просто там сидел, пока приходил в себя. И там вот этот весь сумбур шел, там кого-то били, кого-то не били. И пока ждал, пока все это успокоится. То есть после тебя они начали кого-то другого бить? Ну да, там продолжался кипиш какой-то, я не знаю, кого там они еще били. Немного вопрос, опять же, я буду про эту драку, потому что меня, в принципе, интересуют подробности этой драки. Вот в самом замесе, я понимаю, трудно сгенерировать, сколько ты находился, но ты можешь примерно что-то вспомнить вообще? Потому что, скорее всего, тебе удары прилетали в голову. И... Нет, если честно, толпа мне особо ударов не попал, самый... Это Ибрагим самый сильный попал удар, когда он мне выбил зубы, и все. Это после того, это толчок плечо, да. И выбил зубы? Да, выбил зубы, а-а-а. Я сел, типа, сел, сидел, пока у меня кровь изо рта шла. И потом как раз, не знаю, минут через минуту или секунд 30 подошли все, типа, вот толпа подошла. Угу. И, типа, начали спрашивать, что ты про Чечен сказал, еще туда-сюда. Потом они начали меня толкать, и я начал назад отходить, и они все вот за мной. Как раз меня увели, ну, они потеряли меня из виду, и все. Я ушел за кулисы. А, ну, то есть, по сути, с тобой массовой драки не было? Он да. тебя ударил, этот удар, да, и выбил, да, да, зубы? Массовой драки, да, особо-то меня там никто не ударил из толпы. Просто так потолкали, типа, хотели ударить, но я просто начал отходить назад. А ты успел спросить в тот момент вообще, что вы от меня хотите? Нет, не успел. Потому что там не давали даже слова спросить, не, ой, сказать, просто все орали и все. Орали, но ты даже не можешь разобрать, что примерно говорили. Ну, да. Скажи, а потом, когда ты уехал домой, может, тебе кто-то писал с их стороны, именно конкретные люди, что-то там, может, предлагали решить, не решить? Или... Нет, там вообще никто не писал. Я правильно понимаю? Ты давал, еще раз я просто на всякий случай уточняю, да. Потому что, может, я неправильно что-то понял. Ты давал интервью «Живой стали», ну, Никулину, подошел. Да, я закончил интервью, и мы с ним попрощались, типа, ну, там, руки пожали, и как раз в этот момент проходит Ибрагим, и прям меня жестко толкает плечо. И сходу ударяет. И я ему отвечаю, ну, он поворачивается ко мне, толкает жестко, и в момент тебя спрашивает, ты зачем толкаешься, типа. И он в этот момент меня бьет, 3 удара. Попал. 3 удара? Да, 3 удара попало мне. Ну, все вот сюда куда-то прилетели, как раз зубы. Ух ты, жестко. Очень печально на самом деле. А сам вообще что планируешь предпринимать по этим моментам? В голове есть какие-то мысли? Хотелось бы, чтобы, конечно, он извинения принес свои. Чтобы дадут эти извинения. И потом можно было бы устроить бой с ним. Ну, извинения тебе нужны. Я просто хочу понять, если тебе извинения не нужны, то что они дадут тебе? Ну, как что хоть? Ну, зубы же они не вернут, извинения. Ну, понятное дело, что не вернут, но хотя бы что-то получить нужно же. И потом провести с ним бой. А оплачивает тебе сейчас... Сергей, да. Сергей, да, помогает. Он все оплачивает. Слушай, я вижу, ты очень такой скромный парень, по крайней мере, как ты у меня сейчас вызываешь впечатление, да? А ты сам себе не задавал вопрос? А почему именно Сергей должен оплачивать лечение, а не, к примеру, те люди, которые это сделали? Просто тебе достаточно извинений, правильно? Угу. И все. Да. Но себе такой вопрос не задавал, почему они тебе не оплатят лечение и тому подобное? Не знаю, мы просто на эту тему с ними не общались. Может быть, они были бы готовы оплатить, но просто разговора не было об этом еще. А планируется? Я думаю, да. Слушай, для тебя эта ситуация просто вот было и было, оплачивать лечение, если будет бой, и типа все? Ну, а как еще быть? Не, быть можно по-разному, я не даю советов, я спрашиваю твое мнение, я кто такой, чтобы давать советы по каким-то, ну, вот таким вопросам? Можно сказать и так. Можно сказать и так, да? Слушай, а твои Может родители... Может быть, он не смог смириться, то, что я второй раз выиграл его друга, там, одноклубника, и он придумал это. А, ты же типа... его одноклубника, да, уже выигрывал. Да, ну вот на конференции, да. Нокаут отправлял. Да, я видел. Да. Это твои мысли, может быть, из-за, да, этого, да? Я думаю, из-за этого. В общем, в будущем ты хочешь с ним бой, если это возможно. Да. А врачи что говорят, когда ты сможешь драться? Пока зубы не поставили, можно драться, да? Ну, врачи, я у врачей пока это еще не спрашивал.
Через две недели я пойду, пока вставлю эти временные зубы, типа, чтобы хотя бы пока без зубов не ходить. И там узнаю, что они скажут. А родители твои вообще смотрят за тобой? Видели эту ситуацию? Да, видели и были в шоке с этой ситуацией. Что они, может, сказали тебе, совет какой-то дали, как поступить? Хотели бы, чтобы я, конечно, вот, типа, как-то наказал, ну, в ринге, типа. Как-то. А то есть тебе родители говорят, что да, бой с ним, делай, накажи? Да, да. Это отец говорит так? Да. А мама? Так же. Так же? Да. Хм, удивительно, ничего себе. Боевые родители у тебя. Приветствую, Сергей. Да. Привет, Свет. Рассказывай. Что именно? Что произошло, что ты знаешь, что ты видел и почему так произошло, потому что действительно ситуация из ряда вон выходящая и, сам понимаешь, могли быть последствия до летального исхода. Ну, это ты, конечно, сейчас утрировал, но в целом, да, ситуация не совсем приятная. Всем спортсменам неоднократно говорю, что да, вы приходите в ПОП-ММА для того, чтобы на вас обращали внимание, нужно делать шоу, нужно проявляться и подключать не только какие-то животные инстинкты, но включать голову, включать интеллект, делать шоу для того, чтобы на вас обратили внимание. Потому что в ПОП-ММА все бойцы приходят зарабатывать, а стоимость гонорара напрямую зависит от того, какое количество людей за вами наблюдает. Постоянно говорю, не задевайте национальность, не задевайте родителей, родственников для того, чтобы не провоцировать людей на какие-то действия, которые могут выйти за рамки закона. Потому что все мы мужчины, все мы с горячей кровью, тем более те, кто дерутся, они очень остро на это реагируют. В данном случае, естественно, парни, что одна, что другая сторона, чуть-чуть как бы перешли грани в плане межнациональных вопросов. Вот. Такого допускать нельзя, и как бы жить будет всем проще. Не просто же так там около павильона стояло, ну, какое-то количество людей, которые его реально ждали. Вы разбирали сегодня на интервью, я думаю, что ситуацию с Магомедом Зайналом, да, которая произошла. Но здесь мне тоже в целом вопрос непонятен. Но произошел конфликт между двумя людьми. Зачем подтягивать условно с собой такую большую кучу людей для решения какого-то простого вопроса? Ну, если ты хочешь решить этот вопрос с определенным человеком, у тебя есть к нему вопросы, зачем собирать толпу? Что это под собой вообще подразумевает? Что ты этим хочешь доказать? Но мне это тоже непонятно. А в целом, для того, чтобы таких ситуаций не происходило, нужно просто со своей стороны нам в следующий раз будет более жестко выстраивать процесс безопасности во время проведения турниров. У нас будет дежурить Росгвардия, будет кнопка милиции. Вот. Ну и в целом служба безопасности будет работать намного жестче, и пропускать мы будем сильно ограниченное количество людей во время проведения съемок. Смотри, я разговаривал с Алисофой, и он сказал, что в принципе в дальнейшем он бы хотел боя с Ибрагимом, который его ударил и выбил зубы, как я понял. То есть этот бой... Да нет, конечно. Ну, это точно не на моей площадке. Я сказал, что все те зачинщики этого боя, которые принимали в этом участие, они навсегда будут в черном списке моего промоушена. И со своей стороны я постараюсь сделать все так, чтобы они не принимали участие в других промоушенах. Да, вот. Естественно, этот бой точно на моей площадке не будет. Поэтому, может быть, где-то, но не у меня. А тебе не кажется, вот как в начале нашего разговора, когда я сказал, что мог быть летальный исход, ты сказал, что я утрирую. А тебе не кажется, что, возможно, все таки думают, что вот какой летальный исход, но если говорить объективно и конкретно, ну, там грань самого события до летального исхода очень тонкая. А знаешь, почему я говорю, что ты чуть-чуть утрируешь, почему я так считаю? Потому что мы сейчас все-таки находимся в 21 веке, и в условиях, что там находится 35-40 камер, которые это все дело фиксируют, но это надо быть вообще совершенно конкретным отморозком для того, чтобы, ну, не чувствовать вот эту грань. Я больше скажу, что на самом деле вот эти кипиши и происходят, как правило, по причине того, что парни хотят захайпиться и делают это перед камерами. Но, опять же, они же понимают вот эту вот грань. Ну, я надеюсь, что они понимают и...
То есть их провоцируют сделать какое-то действие, как раз-таки присутствие большого количества камер, для того, чтобы на них обратили внимание. Сергей, ну я не могу тебе задать вопрос. Мы с тобой здесь сидим, потому что зрители по-любому в комментариях будут писать. Это апелляция Ахмеда Крика. Да. В какой она сейчас стадии? Победу одержал боец из синего угла Святослав Коваленко. Смотрите, я не профессионал, но это невооруженным взглядом видно. И это реально обидно просто, что победу немножко украли. Раздели решение, значит апелляция возможна. Вот это желание жить, да, вот это желание победить. Сразу же после боя с их стороны, со стороны Ахмеда Крика, Альфреда была подана апелляция по результатам этого боя. Апелляция была принята, сейчас она на данный момент рассматривается. И более того, скажу, пока сюда ехал, ее уже рассмотрели. Но сейчас мы от судей ждем официальное письменное подтверждение, рассмотрение от апелляции. Справедливости ради, для всех здесь присутствующих и для гостей, и скажу, что я результат святу на данный момент не сказал. Я сказал, как будет у нас письменное подтверждение рассмотрения от апелляции, то я сразу же ее скину. Но на момент выхода выпуска уже решение будет. Смотри, когда придет письменное какое-либо подтверждение от апелляции, где ты это опубликуешь? Или опубликую, да. Давайте я опубликую на официальной странице в Instagram нашего промоушена, да, Арена. Ага. А так это будет разобрано на конференциях? Я думаю, что мы можем ее рассмотреть на одной из ближайших конференций, которые у нас пройдут в марте, с каким-то детальным разбором, потому что наверняка у зрителей будут вопросы, почему решение именно такое. И такой вопрос, который уже меня лично интересует, потому что апелляция, честно говоря, вот если говорить как есть, есть только любопытство. Ожидания этой апелляции у меня так особо нет, потому что мне вообще разницы нет, какое решение будет, потому что я знаю для себя, кто здесь выиграл. Вот. Но меня интересует, вы заплатили немаленькие деньги, даже отталкиваясь от гонораров. Я говорю лично за себя, хороший гонорар, большой достаточно. И окупило вообще этого противостояния, этот карт вообще, ожидания, зрительские симпатии? Ну, то есть, знаешь, бывает иногда вложиться деньгами в гонорары, но этот потом, слабовато было. А вот как? Ну, смотри, перед тем, как назначать тому или иному бойцу гонорар, естественно, мы сделаем всесторонний просчет, окупится он или нет. Но четкое понимание приходит, окупился он или нет, спустя какое-то время. Ну, минимум где-то надо месяца три для того, чтобы я твердо сказал, да, свят это окупилось или не окупилось. Сейчас я считаю, что да, этот бой к себе привлек очень много внимания. Он набрал хорошее количество просмотров, там более миллиона, все наши рекламодатели более чем довольны. И мне самому этот бой как руководителю промоушена понравился, потому что в этом бою вы показали самое главное, именно рубку, и этот бой довели до конца на максималках. То есть не было такого, что кто-то, один из вас избегал бой и так далее. То есть были эмоции, была конкуренция, была рубка. Я считаю, что по предварительной оценке, я считаю, что да, этот бой себя окупил. Да, я и спрашивал не в плане финансов, а в плане ожиданий, и в принципе ответил. То есть если брать в целом, допустим, свято как бойца на данный момент, да, по сути, когда ты контрактуешься с бойцом, ты с ним контрактуешься на две части, это конференции и бой. Свят не отличается каким-то там жестким агрессивным трэш-током, который залетает куда-то в массы в виде вируса какого-то. Да? Есть такие бойцы, которые что-то сделают на конференции, это вирусица. Но он компенсирует это своими такими жесткими, интересными, конкурентными боями, которые вызывают эмоцию у зрителя и плюс еще добавляет внимание к боям Свята и его лояльной аудитории. Ну, как я и говорил на конференции, когда мы сидели, я сказал, что, как видите, раскрутки к этому бою особо такой нету, жесточайшей, но бой будет очень хороший, зрелищный. Поэтому, друзья, смотрите все бои, где я участвую, чтобы мне платили побольше денег за последующие бои. Спасибо, Серег, рад был пообщаться. Взаимно. Всего хорошего, удачи, процветания промоушена. Смотри, я еще видел моменты видео, когда ты провел бой с ассасином, тебя сразу окружила толпа охранников и начали уводить. Там еще Артем Тарасов подошел. Ты в итоге вообще потом понял вообще, кто эти люди, и ты сказал, что они хотят тебя наказать. По слухам доносились то, что да, за мной. Люди от Зайнала.
Ну, я не знаю, зачем, какая цель была. Я не могу сказать, Алисафу, там, может быть, у них какой-то инцидент произошел. Я говорю, я был все это время наверху, я не мог понять, почему его там ударили, кто его ударил. То, что там народ был, да, я видел на видосе также. Я потом смотрел, пересматривал, толпа, что-то все кричат, не пойму, что происходит. Поэтому для моей же безопасности, как бы, ну, меня вывели через черный выход и посадили в машину, увезли. И Зайналова я видел тогда. Ну, Магомед Зайналов, он приезжал, ну, входа стоял, да, там было много людей, но, наверное... Как бы ждал, да, он? Да, я говорю опять, не знаю, по мою душу, не по мою, ну, понятно. Все может быть, лучше перестраховаться. Мы выходим на то, чтобы с Зайналовым провести бой все-таки в октагоне. Ну, решите, ну, он согласен на руки, кулачек. У меня есть переписка, да, он готов. Также у нас сейчас идет то, что мы там в клетке друг друга убьем, что он, что я. Но я думаю, это правильное решение. Я не боюсь, говорю, на улице где-то что-то там подраться. Нет, просто я сюда пришел заработать денег. Да, возможно, мы что-то лишнее где-то что-то говорим, но любые вопросы, я думаю, нужно решать в октагоне. Вот вы с ним общались, закончится ли ваш конфликт после этого боя? Или опять можно ожидать такие же потасовки? Нет, по поводу этого не разговаривали мы с ним. А вот когда ты тогда уехал, когда охрана тебя вывела, ты уехал, ты потом с кем-то, может, с его стороны кто-то тебе писал, либо он писал? Да пишет до сих пор, с его стороны нет, просто будем считать, я не буду называть нацию, просто люди с его стороны, кто его поддерживает, ну, конечно, пишут то, что накажем, найдем, там, прячься, оглядывайся. А с самим Зайналом на чем последний раз вы сошлись? Последний раз сошлись, то, что, ну, готовься в октагоне, типа, посмотрим, кто сильнее, кто кого накажет. Вот такой диалог был. А вот как ты думаешь, если вы сейчас где-то с ним пересечетесь случайно, что будет? Мне кажется, стычка будет. С чьей большей стороны? Ну, с твоей? С моей нет. Я говорю, я такой человек. У меня нет такого. Я бы даже сейчас мимо прошел, но увидел бы, да я бы лучше вот пройду дальше. В любом конфликте должен быть какой-то конец. Ну да. Я не хочу, чтобы этот конец был каким-то плачевным в его сторону, в мою. У него есть родители, у меня есть также родители. И я думаю, это наш личный какой-то вот разговор, и пока что у нас есть возможность решить это в октагоне, лучше его там решить и не выводить за какие-то грани. Пускай даже нам дадут 5 раундов, пускай там до смерти, но лучше это будет в октагоне. Вот до потери пульса я готов с ним там подраться, побиться и победить сильнейший. А после этого, не знаю уже, знаешь... Не знаю, я, конечно, не собираюсь там руку ему жать, но хотя бы остаться на таком мнении, то, что ни я его не трогаю, ни он меня. Чтоб ни его люди больше в мою сторону ничего не говорили, так же и мои люди. Ты был в тот вечер, когда на его друга после боя напало? Я пришел туда, он говорит, то, что пришли 300 дагестанцев, 300 спартанцев, нас пришло 5 человек. Чтобы никто из них не дергался, я разнес их всех один на один. А так чеченцы их разнесли за их слова, которые они там говорили. Они не с теми ребятами шутят. Они в жизни не настоящие. Вот мой знакомый, который был там, он подошел туда, он сказал, я тебя потрогать не буду. А Фара все ждал, пока он его не жданет. Фара ему начал говорить то, что я не такой в жизни, я настоящий, это мой образ. Я такой, как есть и здесь, такой, как есть и в боях. Ну, фальшивка, рано или поздно это все проявится. Люди узнают, кто есть кто. Слушай, а вот ты сказал, что чеченцы пришли спросить за него. Чеченцы пришли поболеть за них, но на пресс-конференции вот этот его кент, как его, даже еще хуже, чем Фар, как его зовут, Шамистан, он там как крыса набросился на Хамзата. Я как мужчина тебе ничего не говорил там. Понимаешь, но сейчас ты передо мной. Вот за это. Но они же не Шамистана побили, а другого его друга. И Шамистана, его друга. Я правильно понимаю, что до того, как Фара вышел в клетку Люблино вызывать, вы с ним только увиделись, ты дал номер, но никаких действий, ничего я не ему, было? Да, я с ним созвонился, сказал, я тебя здесь трогать не буду, нас здесь сразу разнимут, смысла нету. Подеремся, потом выскочим на улицу, пообщаемся за те слова, которые ты мне говорил. Он говорит, хорошо. Я подошел, дал ему свой номер, ушел. Он зашел в клетку с метро, Люблино сделал дела, выходит. Ага, да. И была та ситуация. Да, а когда он... Я попросил повторить те слова, которые он говорил. У него не хватило духа их повторить, потому что это фальшивые слова, как и он сам.
А когда вот это он по тебе ударил, ты пришел в себя, его уже не было, да? Или что было потом? Он ударил, я пришел в себя, его уже воет, он там убегает. А ты потом пытался с ним связаться? Да, или что-то? В ту же секунду. Он не взял трубку, ответил, что он было? Написал, что не будет со мной видеться, и трубку не брал. Слушай, а как ты вообще узнал о Попу Мума, и как у тебя пришла мысль ворваться туда? Когда я увидел там Перса, с которым я тренировался в зале в Дагестане, смотрю, вроде такой вот нормальный парень, смотрю там, как он газует. Я думаю, блин, это же вообще моя стихия. Ну, я чувствовал, что это мое, даже я уверен был, что я там неизбежно окажусь. Я даже заявки ничего не прислал, они меня сами туда звали. Вот а как они вот меня туда в хардкор меня с сентября звали. Как они тебя знали, как звали? Я везде, где можно, дрался яростно, не как остальные. Мои бои интересно смотреть даже в борьбе. Они интереснее проходят, чем у многих в кулачке. Не, я имею в виду, как они тебе узнали, ну, то, что ты дрался, выступал, это понятно. Но ты же на Ютубе нигде не появлялся. На Ютубе мои видео есть, где по 100 тысяч просмотров там есть. Дагестанец против таджика. А, интересно. Такие провокационные названия. А кто это делал? Таджики. Они сделали? А. Не, ну там бой реально просто вот такая собачья заруба. Два раунда. Я не знаю, почему не дали третий раунд. Организаторам оросят, походу. Но была такая знатная заруба. Посмотрите. Так, расскажи все-таки, как ты в итоге попал в Попу Мума? Через кого? Попу-ма? Кто тебя пригласил? Вот первоначально. Первый был турнир Еркаев Баттл. Меня позвал Добряк отомстить типа за него, за то, что его лещанул один парень. Добряк какой? С которым ты дрался. А, его кто-то лещанул там, что ли? Да, на Иркаеве. А парень. И он попросил тебя, чтобы ты пришел отомстил или да, что? Да, типа того. А он сам не мог отомстить или что? Не знаю. Короче, ты пришел, каша заварилась, понеслась, трешток, драки, потасовки. Тебе как вообще? Нет, кстати, вот самый первый день, когда я был на Иркаеве в батл, я там познакомился с Варой. Ну, вроде такой нормальный пацан. Потом была конференция, где сижу я в одной стороне и он в одной стороне. Я хотел подраться с Сеймуром Рзаевым, и он говорит, давай, мол, подерешься со мной. Я говорю, хорошо, давай. Вышли там, нормально пообщались, мол, сделаем бой и так далее. Нам назначили бой, он начал всякую там дребедень нести. И после этого меня заклинило. Ну что, нельзя позволять свой адрес такие грязные вещи, тем более от таких людей. Слушай, ну вот это, если... Это для меня не игра, это для меня жизнь. Если сейчас ты случайно где-то пересечешься с Фарой... С Фарой? Минус нос, минус челюсть. То есть ты 100% будешь драться? Уверенно. Даже если он не подойдет тебе? Он не подойдет? Но если просто он просто как... будет стоять, не будет подходить я тебе. Я просто как тигр рынусь на него. Ты серьезно? Да, даже вот на двух лап. Ну ты заряжен. Я не могу понять, ты в образе, либо ты заряженный такой. Просто говоришь цитатами. Пообщайся с нашими общими знакомыми, тебе все скажут. То есть драка неизбежна? Да, я ему уже сказал, что война неизбежна, ее можно лишь отсрочить к выгоде вашего противника. А с каждым днем я буду все сильнее. Хорошо. А после боя, когда у вас пройдет бой нормальный, в клетке, в ринге, неважно, эта тема, можно сказать, что все? Если как мужчина извинится за все свои слова, которые он говорил, я без проблем подам руку. Но если никто не извинится из вас, то вы бой проведете, неважно, кто выиграет. Ну, что будет, то будет. Сейчас как что это обсуждать? Ну, ты как будешь смотреть по ситуации. Ну, ты готов вообще эту ситуацию отпустить, когда бой пройдет? Готов. Ну, самое главное, милосердие. Про милосердие, что-нибудь я сказал свою позицию, если он извинится за все слова, которые он мне говорил, я подам руку. Милосердие же в нашей жизни играет большую роль. Есть что-нибудь про милосердие сказать умное? Про милосердие? Да, там милосердие не бывает без добра, добро не бывает без милосердия. Это цитата Хабиба. Мстить может каждый. Мужество нужно, чтобы прощать. Нужно чередовать эти моменты. Базара нет. Веселый ты. Ты еще работал на хардкоре, арена ЦСКА. Да. Ситуацию ты можешь рассказать? Потому что там камеры не освещались, но там была какая-то опять такая тусовка. Все мои друзья зашли по билетам, меня тоже позвали туда как гостя. И что-то суета, вот не получается зайти. Вот, все какие-то билеты странные, какие-то, в общем, замороха. Ага. Я говорю, у вас есть 10 минут, иначе я сюда запрыгиваю и наложу суету. Проходит 10 минут, я запрыгиваю, на меня летят охранники, я бам, одну в печень, и они на меня уже толпой. Я лежу. Я отпинываюсь ногами, встаю и начинаю говорить басню Толстого. Мораль всей басни такова, толпой гасят даже льва. Но суть другом, друзья, поверьте, толпой гасят только черти. Потом сказал так, да? Ну да, так громко сказал. Потом меня уже скрутили менты, пытались мордой в пол.
Но я не дам себя никогда мордой в пол. Я лучше умру, чем мордой в пол меня засунут. Крутился, вертелся. Они говорили, сейчас сопротивление полиции тебе будет. В итоге увезли меня обратно в отделение. Точнее, не обратно, просто увезли меня в отделение. А вышел я оттуда с VIP-билетом. Поэтому Магомед Зайналов ни хрена себе. А мы... Слушай, у тебя прям каждый день кипиш. А ты вообще как думаешь дальше в медиа развиваться? Так же через кипиш или... Медиа? Ну вот дальше твой путь какой будет вообще? Так же газовая, кипишевая? Он будет обагрен кровью. Все, понял. Слушай, спасибо тебе за такое небольшое интервью. Друзья, вы все слышали сами. Если вам ничего не понятно, значит, вам все понятно, как и мне. Твои родители вообще следят за твоей деятельностью на Ютубе? Да, да, да. Вот поэтому я говорю, я ближе. Не, а что они тебе говорят вообще? Как родители смотрят? Ну, родители вообще относятся к этому нормально, именно к спорту. Они всю жизнь хотели, чтобы я... Нет, спорт понятно, но да. Ты понял, про что я... Про трэш-ток? Ну да, вот про всю эту ситуацию. Вообще все ситуации связаны с трэш-током. Ну, конечно, не нравится, им переживают, нервничают. То, что... Ну, советы дают какие-то? Ну, советы, конечно, дают. Вот возвращайся отец, например, домой, хватит. Не-не-не, он говорит, иди, делай, выступай, типа, красавчик. Но убери, вот отец там повлиял на мат тоже. Говорит, там, у тебя бабушка, мои же родители, сестры, маленькие братья. Он говорит, тебе должно быть самому стыдно, когда твой маленький брат открывает, там, смотрит тебя, ты там материшься. Вот. Ну и, конечно, какие-то напутствия дает тоже, где что правильно, где что неправильно, там, не наживай себе врагов. Это все с родительской стороны, конечно, идет. И вот, возможно, я их, да невозможно, я их прислушиваюсь. И вот, чем больше я их слушаю, тем больше у меня реально получается. На одной из конференций ты заявил о своем духе, и ты сказал, что у тебя прям очень сильный дух. Такой дух, как у меня, ни у кого, наверное, нет. Ну, я не без обид, но я очень духовитый. И у меня такой вопрос. В чем, по твоему мнению, заключается дух? Ну, смотри, во-первых, я опять же, я никого не хотел тогда задеть. Я сразу нет, ты не сказал, задел, да, я ничего не говорю. Я сказал, ну, никого не хочу обидеть, но духа у меня вагон. Ну духа. Да, я так и тебя... Ну, дух у меня в плане то, что мне вообще, во-первых, в первую очередь все равно с кем, что выходить. Вот мне сейчас, например, промоушен арена предложит там, ну, сейчас кто у нас? Шафхал, да, сильный соперник. Самый с моей нации, да, вот он, кто бы ни был, выходит сюда, матом, не матом вышел. Будет разговаривать, в следующий раз я сам буду бить. Даже бой. И до последнего бы не сдавался, еще бы старался грызть и вырывать эту победу. Я думаю, дух, ну, дух, это же как-то не опишешь словами. Как. Я вот просто внутренне чувствую то, что я духовитый, вот реально. И я думаю, я доказываю это. Нет, просто у всех понимание духа, оно разное. Я хотел именно твое понимание. То есть, как я тебя сейчас понял, ну, в твоем понимании, как ты это видишь, дух это значит не бояться с кем-то выйти, да, в клетку, подраться. Да, у меня, наверное, в плане этого, да. Смотри, это было в начале твоего медийного пути, а именно бой с Азизханом, брат Чоршанбем. Ты после боя послал его на три буквы. Пошел ты. Эй. Он сказал, что это так не закончится, если ты прямо сейчас не извинишься. Вот, перед братом, если не ошибаюсь, он уже сказал. Ну, перед братом, да. Да, потом подошел Эмиль Наврузов, тоже с недовольством, и сказал, что если кто вот так вот будет себя вести, материться, то он будет бить. И вот в этот момент, как раз, когда ты только заходил в медиа, как раз ты заходил с трэш-током, с дерзостью, почему в этот момент ты извинился, а не ответил точно так же, как ты в тот момент? Но... Тот же самый Коля прайм-тайм. Я понял, к чему ты ведешь. Ну, потому что на тот момент я понял, то, что я не прав был, реально. А почему я его послал? Во-первых, я реально мне послышалось... Ну, я не знаю, может быть, ну, настучало мне хорошо так по голове. То, что ты меня послышал, он мне сказал, типа, все, иди, типа, отсюда. Вот реально, у меня в голове послышалось то, что он меня послал. И я прям в моменте это ловлю, говорю, да сам пошел, типа. И потом мне все-таки, ну, мои же ребята, потом он тебя не посылал. Я, типа, говорю, да он меня первый же послал, даже там есть видос. Он первый сказал мне, пошел. Они мне объясняют то, что он тебя не слал, и я потом такой думаю, но если реально я не прав в этой ситуации, там ни Эмиль на меня никак не повлиял. Если ты думаешь, Эмиль мне пост... Ну, это же было до того, как Эмиль мне сказал то, что мы ну, сами... Ну да, были. Это сама ситуация. В этот момент, повлияла. Нет, реально, я понял то, что я фигню сказал.
Ну, типа, я вообще не с того просто иди отсюда, типа, сказал. Я поэтому извинился. Так у тебя же были до этого конференции с трэш-током, где тоже не прям подобно. Ну, смотри, я извинился перед Азизханом, именно перед ним, за то, что я послал. Но он говорит, ты еще извинись перед братом. За брата я не извинялся там. А ты понял вообще, что он имел в виду? Почему? То, что я понял, за какую ситуацию. Я там слишком много на первой конференции про Черша-старшего говорил. Потом я, когда ситуация пошла, то, что Чершамбе вроде умер, помнишь, слух был? Да. Вот, а у меня как раз с Азизханом бой должен был быть. И я историю записываю, то, что я тебя отправлю за своим же братом на тот свет. За это я не извинялся, потому что я понимал на тот момент то, что и Чорш это хайп, он не умер, он жив. Я тогда точно это прекрасно понимал. И я думаю, на этой же волне то, что он там вот так хайпит сейчас, я также потрэш-точу то, что я тебя отправлю на тот свет. Именно за то слово, то, что я его послал, я извинился. Именно в тот момент я это сказал, я это понял, то, что я фигню сейчас вообще ни к чему вообще сказал. Тем более это было после боя. Я понимаю, если это было на трэш-токе, на конференции, там можно, да, сказать и не извиниться. А тут уже бой прошел, как бы конференция позади, бой прошел. Мое мнение, после конференции, после боя руки пожать, все, я говорю, помирились. Разошлись, чтобы не было какой-то дальнейшей там вот развития конфликта. То есть я правильно понимаю, на конференции перед раскруткой боя можно послать и не извиняться? Ну, это вот мое мнение. Да, ты трэш-точишь, там, ну, в грани, конечно, лишние вот эти не переходить. А послать там что-нибудь такое можно, да. Это у меня тогда было такое мнение. Сейчас я говорю, я убрал вообще полностью мат. Вот вообще с моих уст, ну, если где-то ты даже услышишь, чтобы я потом не выходил там балаболом, там, ну, на С-букву, на Б, на эмоциях ну, может что-то. Да. А вот так целенаправленно сидеть и вот, знаешь, там, материться, нет, такого больше не будет. А сколько твои гонорары были в самом начале пути за бои? Вот, и я не думаю, что это какая-то секретная информация, я ее всем задаю. Ну, не секретная. И сколько, конечно, сейчас? Самый-самый первый мой гонорар, это был на Еркаев батл, как раз вот первый промоушен, куда меня пригласили, это 20 плюс 10 вроде. Самый первый. Я скажу, это достаточно хороший гонорар для первого боя был. Однозначно. А Азизхан? С Азизханом, ну, да, я не буду прям точно сумму говорить, ну, до 100 тысяч, короче, вот так. Третий бой у меня был тоже там в районе 100, и вот потом уже у меня более... И последний с Ассасином? В районе... От 200, короче, вот так будем считать. Ну, 300 есть примерно, ну, да? Ну, я не буду говорить. Ну, все, я угадал твою сумму, я по твоему лицу просто вижу. Ну, от 200, а там я уже... Ну, свыше 200, можно сказать. Ну, нормально, неплохо. С 20 тысяч до 200 за полгода. Отличный результат. Так в итоге, что с Люблино? Работаем или не работаем, что? Ну, пока что такое, 50 на 50. Обговорили все, но конкретики нет еще. А от кого зависит? Какая сторона? Зависит. Да я думаю, это зависит и от меня, и от самого метро Люблина. Так, есть вообще еще с кем-то? Просто я как бы не хотел драться на площадке хардкоров. А почему? Больше хотелось бы на своей площадке проводить бои. Ну, ты же дрался на других площадках. На хайфайтинг? Ну да. Ну, с хайфайтингом у нас немножко другое. Но когда я только начинал в поп ММА, то есть у Сергея с Альфредо хорошие отношения. У меня также с Альфредо и с Сергеем. То есть мы вышли на то, чтобы вот, ну, мы как бы сотрудничали и сотрудничаем. Именно вот с хайфайтинг, Арена и я. Ну, я имею в виду лично между нами. Я понял. А предлагали на хардкоре? Да предлагали, да. Я должен был там драться. С кем? С Андином, с Урштимом. И, в принципе, желания на хардкоре сейчас драться нет, но не исключаешь. Я бы подрался, но не в стихии ММА. Голых кулаков? В кулачке бы, может быть, я еще, да, выступил. Не, в кулачке бы я выступил. Ну да, я говорю, голых. А вот именно меня приглашают постоянно в ММА, хардкор ММА. Там не очень есть вот желание драться. Ну, потому что я, что, у меня борьбы никакой нет, а меня все время хотят засунуть именно в ММА. Но тоже Люблино, я прекрасно понимаю, у него уровень борьбы намного выше, чем у меня. Да не намного, а вообще, в принципе, у меня ее нет, а у него на каком уровне?
И я понимаю, меня просто хотят туда затащить, чтобы меня там размотали, выиграли мой рейтинг, попортить. Поэтому я пока что не готов выступать. Будешь двигаться на руках? Да. Ну вот хотя бы с Люблиной, если мы сойдем на, ну, сойдемся на таких условиях, то что хотя бы руки-ноги, ну, я согласен. Ну и крайний вопрос, это как ты видишь в дальнейшем свой медийный путь, какие вообще цели? Ну есть у меня пара оппонентов, которых я сейчас должен пройти, не буду говорить их так же. Ну один из них Зайнал, правильно? Нет. А, уже потом? Да, у меня сейчас, на данный момент у меня цель, это на реалити-шоу у Альфреда и у Тамаева выиграть. Там будет гран-при, я хочу сейчас, я в гран-при состою, но цель пока что... Ладно, давай будем не так, не выиграть гран-при, а пройти первых двух моих соперников, кто будет на моем пути. Я приблизительно знаю, кто это будет. Если я их пройду, то для меня это уже будет большой успех. Вот. А в плане медийности не хочу ничего загадывать. Вот все как идет, пусть так и идет. По течению, да? Да, по течению. У меня по течению, в принципе, как все шло-шло, и вроде все нормально идет. Я тебя понял, спасибо за такое небольшое интервью. Я тебе желаю удачи, спасибо. Больше здравого смысла и чтобы... Ну, тебе тоже удачи. Спасибо. Хороший бой последний провел. От души, спасибо. Ну что, друзья, вот и подошел выпуск к концу. Мне все понятно и в то же время ничего не понятно, думаю, как и вам. Не, на самом деле здесь все молодые парни, им всем по 20 лет. Я примерно понимаю, что у них в голове, какие мысли. И тем более сейчас время интернета, люди стараются проявить себя как раз именно через него, потому что интернет – наше все. Вы же смотрите это, я же говорю именно вам это. И вот они также проявляют себя. Но, на мой взгляд, все это тонкая грань между трэш-током, между тем, как люди пытаются заявить о себе, и тем исходом, который вполне возможен. А я уже говорил, что не дай бог когда-либо случится летальный исход с кем-либо. Никто, возможно, это всерьез не воспринимает сейчас, потому что, да что мы там подрались, помахались, там наговорили друг другу. Но на самом деле с этого всегда все и начинается. Никто никогда не думает, а потом случаются такие вещи. Поэтому, друзья, поддержите меня подпиской на канал, лайком, напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по этой ситуации, за кого вы, или даже если вы не за кого, что вы вообще думаете, кто будет дальше в нашей индустрии поп-ММА и с нашими главными героями. Друзья, с вами был Святослав Коваленко. Стараюсь для вас, делаю для вас. Всем пока.